Стой! На влог покажешь, Котя! Не важно. Тайная комната? Я хочу показать вам чердак. Там у нас есть тайная комнатка. А сейчас мы идем в комнату, которая реально криповая. Ну типа... Она еще такой... Да. Там такая... Тут какой-то будто часа золотом. Кто видел, напишите. Мой телефон 050... Всем вассап, с вами Скалилеон и Мишган Блок. Он сегодня... О! Я сегодня за камерой. Сегодня Миша будет за камерой, и сегодня будет такой необычный влог, рум-тур всего дома. Я решил это снять, потому что... Что? Потому что наш дом особо никогда и не показывали. Показывали когда-то давно, и многое в нем поменялось за это время. Поэтому перед тем, как начнется ролик, поставь большой палец вверх, подпишись на канал, нажми на колокольчик, топовые комментарии... Смотрите, сейчас столько подписчиков. Через подписчиков на 1000 больше будет новое видео. Я стараюсь делать часто. Мы не зря оказались в холле, потому что... Что? Потому что эта локация используется в нашем доме постоянно. Поэтому давайте начнем с дивана. У нас вот такой вот диванчик. С такой вот тарелочкой. Такой вот. Это в комплекте. Можно вот прийти, полежать вот так, можно полежать. Так обычно я отдыхаю. Я прихожу и такой, о, да. Ну, еще когда у меня плохое настроение... Ты плачешь в тарелку. Я ставлю тарелочку на пол. Ложусь сюда. Вот так вот я лежу. Хочу, могу телевизор посмотреть вот так вот. Вот. Если вдруг меня прям все задолбало, я делаю вот так. Я не знал, что он так может делать. И ложусь и изолируюсь от тех ребят, кто сидит в холле. Ну, то есть вот так. Я реально не знал об этом. Так ты все время тут прятался, когда я тебя искал. У меня тут копилка. Только что я вспомнил, что я тут когда-то задолжал 1 гривну. Такой вот у нас диванчик. Молодец, разбей. Это специально, чтобы все знали, что я ухожу. И может другой человек пойти, ну, сесть на диван. Также, если вдруг прям вообще капец... Вот, он лучше не показывать. Могу, вот тут мой чердак. Там ли он спит иногда, когда его выгоняют в комнату? Да, тут у нас дебильные постеры. Ну, они реально дурацкие, мы их скоро заменим. Потому что... Давай, давай. Отлично. Такой вот диванчик. Тут у нас логотип нашего дома. You Love Home. Самый лучший хаус в мире. Смотрите. Когда вдруг сюда приходит кто-то, и мы не хотим говорить, что мы хаус тиктокеров, мы делаем вот так. Вау. Обычный дом. Казалось бы. Это наша стена граффити, которая уже всех задолбала, но она классная. Тут у нас есть стол, тут мы обычно сидим. Вот так вот сидим. Тут нам нравится посидеть иногда, поговорить, погрустить можно. Так вот все садимся и сидим. У нас есть крутая лампа, смотрите, как она может. Чего? Почему я об этом только сейчас узнаю? Ты не знал? Нет. Обалдеть. Давай тут комнату заберем. Давай. Потом заберем. Хоп, идем дальше. Как бы нам, конечно, кто бы мог подумать, но куда ж без шарика? С надписью help. Я не буду говорить, что это за дурацкая надпись, но я считаю, такие шарики должны быть изолированы. Отвечаю. Мы против расизма. Дальше у нас такая летучая мышка, такой декор. И такой вот квадратик. Это круто. Симпатично? Очень. Так, ребят, мы выходим. Смотрите, если сделать волшебное слово, смотри. Блины. Заходят коты. Красная армия! Построились! Терраса. Хотел снять днем видео, встали поздно. Ну тут темнота, я бы даже сказал, не терраса. У нас там темнота, там закрытое пространство. Когда это я покажу... А ты знаешь, как можешь ее показать сейчас? Вот, так чуть-чуть больше будет видно, пойди. Вот. А, не, ни хрена не изменилось. Так же темно. В общем, улицу покажу когда-то потом. Там на самом деле ничего... Ну это не хаус-тур, это улица-тур. Да, это уже улица-тур. Почему? Короче, вот эта вот комната, из нее выбыл один участник, у нас в доме какая-то игрок Альмуара получается. И это значит то, что сюда скоро переезжает Лиза Найс, nice to meet you, Лиза. Вот, и мы с Мишганом будем делать целый ролик, как мы будем делать
школу ремонта и все тут полностью менять. По факту, скажите, наша комната же максимально классная, и мы сделаем из этой комнаты лучшую комнату в этом доме. Конечно, не такую классную, как у нас, но тоже классную. Вот. А может и классную, просто более для девчонки сделаем. Да, классную. Мы сделаем именно классную комнату для девочки. Вот, хорошо сказал. Вот. Карина свои волосы забыла. Кстати, если не знали, она лысая. С париком ходит. Да. Вот, идем дальше. Тут у нас папоротник. Тут у нас Гордон. Гордон – моя любовь. Кому качан? Мне. Мне качан. Если Гордон не привезет качан... Подожди, я должен это показать. Сейчас. Если там еще... А, нет. Тут, короче, такой, что Тархун воровал еду из кастрюли какой. Тархун! Девочка. Дай пять. Не, рука воняет, это не нюхает. Тут у нас такой холодильник. Можно на него тоже облокотиться, отдохнуть. Холодильники очень у нас... красивый. Да, кстати. У нас тут такие вот полочки есть. Это моя с Мишей полочка. А все остальное мы не знаем, что. Наверное, ничего. Тут еще, кстати, запрещено собакам ходить в этот холодильник. Да. А еще мы были и вышли. Не знаю, что это значит. Тут у нас маленький Моргенштерн. Пропал мальчик. Кто видел, напишите. Мой телефон 050-250. Так, тут у нас такая микроволновая печь. Спустя год в доме я недавно обнаружил, что вроде бы обычный шкаф, да? Да. Если сделать вот так... Обалдеть! База кота-то жива! База накормила. База кормит. Ну, как оно так выдвигается? Вот сюда оно выдвигается. Это вообще что такое? На самом деле в холле особо больше делать нечего. У нас тут еще шкафчик. И писсуар. С могилой. Да, с могилой. Тут у нас как бы все просто. Унитаз, голова. Голова бывшего участника. Она на него, кстати, фокус ловит. Чей это? А, это бабочка. В животе уже не те. Бабочки в животе. Уже не те. Окей, let's go. Мы спустились на первый этаж, и тут нас встречает вонючий... Тархун. Вонючий запах говна от кошечек. Вот, тут у нас какой-то хлам. Мы его когда-то уберем. Комната со всей аппаратурой. Логово Ярика. Ярик, кстати, масон. Он относится к солнцу. Вот. Он очень скрывает это место, что он даже замок повесил. За это мы ему баллончиком нарисовали солнце. Мы ж не рассказывали это было. Ночь, никому не говорить. Так, вот тут у нас картина Евгения Онегина. Тут у нас, ну, на самом деле, какой-то тут срач какой-то, тут не круто, и снимать тут были бы тут мы, оператор, да. Был бы порядок. Нам бы тут, да, но если бы нам Ярик сказал, сделайте мне крутую комнату, ложу, мы бы сделали тут классную комнату. Не важно. Тайная комната? Тут обычно, ребят, я сажусь, но вот, это комната для режиссера. Тут у нас на самом деле колл-центр. Тархун пришел, Тархун, зайдись на соседний стул. Тархун пришел тоже на работу. Он тут директор. Он не директор, бро, он босс. Он и говорил, что такой расспрос. Тут такая вот стеночка. Вот такая вот у нас комнатка. Тут на самом деле горит неончик. Тут все красиво. Вот. Это комната для девчонок. Тархун, девочка! Но я не понял, почему ты грызешь тут все? Ева! Идем дальше. Пойдем. Закрыто. Может постучать нам? Так, у нас тут есть студия. Опа. Тут можно написать всякую музыку. Давайте, я сейчас покажу, как это делается. В принципе, все просто. Ты уже пишешь? Да. Блин, чувак, сюда коты зашли. Слушаем. Сейчас послушаем. А вы попробуем? Мне сказал, псих, секс делает, а? Я твою мамку убираю, а? Микрофончики, вот такая вот штучка. Вот там вот я прятался в прятках, кто видел. Лео, тут девочка во всю уже эту аппаратуру изучает. Так, а ну-ка на выход, команда А, а ну-ка чувак, на выход! Почему-то, когда держу эту камеру, начинаю с тобой говорить, у меня голос как у Ярика становится. Я кому сказал, вышли отсюда, Ева! А сейчас мы идем в комнату, которая реально криповая, ну типа... Ну еще такой звук. Ну вот что ты, Тархун, это ты делаешь обзор или я? Сел. Фу, тут еще и воняет.
комната. Ну и тут реально крипово. Я тут даже, я не знаю, тут 24 часа. Смотрел Дом Монстр? Да. Там такая печь котельня, была. Котельня, вот такая вся. О, в один дом котельня была, помнишь, которую он боялся? Тут таких котельн, блин. Ну тут реально страшно, потому что вот тут, допустим, бойлер с кипятком. Тут какой-то газовый бойлер. Как бы безопасность. И прикинь, это целая комната выделена. Тут какой-то бутыль с азотом. Вот тут у нас идет Габелла, и я хочу сказать вам так. Я бы сейчас показал, что тут да как, покажи просто общий план. Ну тут жесть. Напишите в комментариях, если вам интересно, мы Мише на канал снимем, как мы тут все полностью уберем. Да, я, кстати, планирую на днях этим заняться. Вот. И сделайте чил-зону. Если вам это будет интересно, то мы сделаем из этого офигенную чил-зону, это будет реально круто. Да, напишите в комментах, если вам реально интересно, то мы снимем. Просто тут сейчас трэш. Тут просто реально трэш, и ну тут показывать ничего не хочется. О, Тархун пришел домой, он тут жил 5 дней. Ребята, видите наши, вот тут еще есть. Ромчик купил плафоны модные. Популярная сейчас тренд. Мы на втором этаже, тут у нас есть такая. Тут второй этаж как бы. Ой, тарзанку не показали, покажем чуть позже. Да. Тут у нас есть такая штучка, разбудить Мишгана, Мишу. Тут у нас есть. Hey bro, nice dick. Тут у нас ванная комната, слышь, нихуя не бэбрис. Чтоб обо мне никто не забывал. Вот, тут у нас такой сортирчик, ванночка. Ну и в принципе все, тут нечего интересного, туалет. Китайский иероглиф. Мне кажется, это Женя, когда приехал, что-то начиркал, когда чиркал в туалете, начиркал на стене. Фу. Да, пойдем в комнату Кани. Пум-пурум-пум-пум. Здравствуйте, в принципе, мы и так зайдем. О, ужас. Ой, надо тут ИСО включить. Тут просто ужаснейший цвет. Ребят, тут цвет, как будто в гараже. Есть еще одна новость, что Аня скоро будет делать ремонт в своей комнате, и мы с Мишей будем... Чувак, это комната, то самое чувство, когда приехал к своей бабушке. Да, это такая атмосфера ужасная. Короче, мы договорились уже с Аней, она попросила нас о помощи. Подожди, тебе не пахнет тут бабушкой? Пахнет. Как будто тут бабушка живет. Вещами, знаешь. Как будто бабушка живет. Короче, мы договорились с Аней, что мы сделаем из ее комнаты классную комнату. Как только Аня докупит, в принципе, все, что еще необходимо, мы снимем все эти постеры, ребят. Мы сделаем тут реально красиво. Поэтому ждите ролик. Вот это, конечно, это Габелла. О, нет, тут есть. Но плюс этой комнаты в том, что тут есть выход реально на террасу. О, это очень прикольно. Это очень круто. Ты утром просыпаешься, сделал кофеек, зимой и в трусах. Ну, там не терраса, там балкончик. Балкончик. Еще одна люстра странная. И у тебя вата не смущает на потолке? Так мы вату убирать. Ребят, это ужас, вату это просто кошмар. Ну это кошмар. Аня попросила вату продлить. Ну это кошмарище просто, это вата. Чувак, я не знаю, как называется эта фобия, но мне страшно смотреть на этот потолок. Я когда на него поднимаю свой взгляд, мне реально очень страшно. Я как будто нахожусь в каком-то очень страшном помещении. Ладно, давайте-то выйдем, потому что очень мрачно тут. Такая вот у нас тут штучка у Ани нарисована. Такая. Сейчас мы будем стучать в дамскую. Нас могут послать, а могут нет. Ну, по идее, Лиза сегодня добрая. Здравствуйте. Квартирный вопрос. А можно снять у вас рум-тур? У меня срач. Ладно. Чуть-чуть. Вот это, кстати, от Лизы осталось. Там себе напоминалочку сделала Лиза Настя. Мы вот это не покажем, мы покажем только вот это. А, да. Короче, ну, у Лизы тут типа все простенько, кровать, тумбочка, Вот, посмотрите, что сделала Лиза. Посмотрите, как это выглядит с освещением. Сейчас я включу свет, покажу просто чуть-чуть поближе. О, ты ИСО поднял! I'm so sorry. Посмотрите на эту красоту. Я на весь дом рум-тур снимаю. Делаю обзор по всему дому. У Лизы тут мишка очень ей нужный, который я подарил. О, да, она его очень любит. Очень-очень ей нравится такой мишка. Ладно, спасибо огромное, пошли дальше стерилизировать. Опа! Решила в свою комнату зайти первый раз за 5 дней, или за сколько там? Что тебе там надо? Блокнотик. Я знаю, что нарисовала. Я тебе потом покажу, тебе понравится. Мы только что обзор в твою комнату делали. Это пранк. Это я, добрый день. Все, погнали дальше. Женские штучки пошли. Так, а Кирюша, наверное, он живой вообще?
Постучи. Тихо. Не, он наверное... Он... Эон! Что? Когда ты смотри? Давай не сейчас, потому что сейчас мы на этот влог пишем. Стой! На влог покажешь, Котя! Хорошо? Клёвый. О, лови. Нет, лови. Меня лови. А, давай. Лиза мешает снимать видео Леону. Ну ладно, ладно. Дайте 3 секунды. Раз, два, три. Вы все, что? Хотите. Пошли дальше. В общем, Кирилл нам не открывает без комнаты. Так постучи, ты ж не стучал даже. Я... Она поссорила нас. Пошли сюда. Я хочу показать вам чердак. Там у нас есть тайная комнатка. Потом можно будет сделать видос про чердак. Обустроить чердак. Да. На самом деле там очень крипово, еще там стекловато. И там очень проблематично что-либо обустроить, потому что... Там очень воздух там такой. Там стоит наступить на эту стекловатую, и все, и ты не можешь дышать. Тебе стекла в горло летят. Вот. Тут у нас, кстати, колесо. Кто-то припарковался неудачно. Опа, пока никого нет. Сейчас быстренько сделаем обзор на комнату Ярика. У него такая двухспальная кровать, такая универсальная, можно... И ну, там, и тут спать, как Коля. Ноги сюда закидывать, голову туда. Вот, вот так вот можно постоять, тут подумать. Можно спрыгнуть отсюда, кто любит прыгать. Это рабочее место Ярика. У него есть классный скотч, который, возможно, мы себе как-то возьмем. Тут у него такой стул, знаете, это как младший брат моего стула. Вот, такой пуфик. Такая, а че третья кровать? Олег. Он же боится там спать. А, Олег боится спать на втором этаже. Ставь лайк, если тоже боишься спать на возвышенности. Я, честно, раньше не знал, что есть люди, которые боятся спать, типа, на, ну, высоко. Эхо! Вот. Тут у них салфеточки, не знаю. Кстати, это был самый грязный туалет в доме, а сейчас более-менее нормально. Да. Женя съехал, Ярик тут навел порядок. Почему-то закончены здесь салфетки. Для чего им интересно салфетки? Для дрочки. Может быть. Тут у них есть окно, и ты выходишь такой с ванной голый. Вот так вот можно еще сесть попой и сидеть. И подумать. Или вот когда кто-то купается, ты можешь сидеть и общаться с ним, как психолог. Общаемся? Расскажите о ваших проблемах. Ну, у меня есть проблема, у меня чешется писька. Это сильно, я знаю, многие с такой проблемой сталкиваются. А почему вы ко мне пришли в ванную? И вообще, давай, кто вы? Я не звал никого домой. Я задаю этот вопрос. Рот закрыл и слушаешь молча. Ну это моя квартира. Рот закрыл? Это моя. Слушаешь молча. Я не вызывал врача. Оплату. Оплату. Но я не вызывал врача. Но я не вызывал. Оплату. Но это не комната, ребят. Это аквариум большой Ярика. Сюда он каких-то участников, там кого-то поставил. Блин, Ярик тут жил на самом деле, тут батареи были. Да, нет, тут реально классно. Что ж, я предлагаю идти в мою комнату с Мишей. Делать обзор на самую классную трэп-хату в этом доме. И со временем мы апнем все комнаты, чтобы во всех комнатах был уют и покой. Ребят, у нас есть канатка. Канат. Тарзанка. Страшно. Кого-то убил, Колю. Сейчас покажем, как на ней кататься. Пишешь? Да. Вот такая вот тарзаночка. На ней можно так хорошенечко покататься. Вот так вот. Вот так вот. Я боюсь больше кататься. Поэтому мы ее просто оставим. Вот мы в нашей комнате. У меня есть кожура от мандаринки. Вот. И я покажу нашу функциональную мусорку. Смотрите. Очень функциональная. И она закрылась. Я не хочу много разглагольствовать на тему этой комнаты, потому что кто хочет увидеть ее детально, можете глянуть у Миши на канале. У него вышел рум-тур. Ой, спасибо. Именно вот этой комнаты. Вот. Вот такая у нас трэп-хата, мы ее периодически модернизируем. Тут у нас Кикик убежал. Вон она. Возле ЛГБТ-флага. Ну это Кики повесила. Кики тянется к тому, что круто. Так она сама его туда повесила мне.
Вот, вау. Вы все равно посмотрите, это круто. Вот. Это рабочее место Миши. Это кроватка Миши. Это моя кроватка. А ты включи свет, чтобы не было. А да, уже сейчас включу свет. Вау, кто-то рэп читал, кто-то рисовал граффити. Мы говорим хип-хоп, граффити. Когда придем в комнату, все будет граффити нарисовано. Покажи граффити, Лиза. Лиз, покажи через. Кто-то читал рэп, кто-то рисовал граффити. Мы говорим хип-хоп, граффити. Мы говорим хип-хоп, граффити. Йоу-йоу. Йоу-йоу-йоу-йоу-йоу. А можно? Не, я потом рисуночки покажу тебе все. Ну, можешь парочку показать. Хотя, или лучше давай на блог. Да. Зопа ты, вонючая, любимка. Кто-то писал в комментариях, что Кики все время в клетке. Ребят, Кики каждый день гуляет, тусуется. Мы ее выпускаем, мы боимся за провода, но она у нас тусует. Только что погрызла провод, кстати. Только что она погрызла один провод. Просто она погрызет провод от компьютера. Или какой-то от наушников, это будет жопа. Это будет жопа. Вот, но мы ее часто выпускаем. Просто на съемке видео обычно мы ее закрываем, потому что... Нельзя за ней следить, да. Да, потому что мы следим за кадром. Но сейчас она бегает, за ней присматривает Лиза. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Я снял это. На этом, в принципе, можно закончить этот рум-тур. Вот ты такой высокий. Я мужчина, я высокий. Вот. Всем спасибо большое за просмотр. Кстати, пишите ваши идеи в комментариях. Скоро мы, кстати, отомстим Лизе за Виагру, я вам обещаю. Вот, ты можешь это слушать. Как отомстить? Не важно. Вот, поэтому ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на канал, я для вас стараюсь, для вас старается Миша, Лиза, подписывайтесь на канал у всех, потому что вас ждет много контента. Ну, нас троих подписывайтесь, ну, на Илавхом можете подписаться. И на Илавхом подписывайтесь, потому что на Илавхоме грядет перезагрузка. До новых встреч!